Совсем недавно Россия представляла свою заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А сейчас смоленская делегация представит свою заявку на чемпионство высшей лиги 2010. Yes, ladies and gentlemen. I'm very glad to represent you. Череп, что за произношение? Ты что, заморочиться не мог? Мутко не заморачивался, и я не собираюсь. Давай по-русски. Дамы и господа, мы представляем наш заявочный ролик на победу в финале Высшей лиги 2010. И сразу, чем отличается наш ролик от заявочного ролика России в Цюрихе? Там мальчику это все снилось, у нас это реальность. Как вы поняли, нам нужен не новый стадион, нам нужен новый город. И если мы сегодня победим, то здравоохранение, образование, внятная мусарня. Все это появится в Смоленске. Уже сейчас всем чиновникам розданы айпады, чтобы тренировать вот это вот движение. Да-да, не только это, но и вот это. И если все пойдет так, как мы задумали, то мэр Смоленска обещал бросить все дела и лично приехать в Смоленск посмотреть, что там происходит. Что вы вылупились? Мы заявку вам дали, а вы давайте презентуйте! Ну что ж, начнем нашу чемпионскую презентацию. Представьте, самый канун Нового года, трасса Минск-Москва. Здравия желаю, ваши документы. Здрасте, да, конечно, вот, пожалуйста. Техосмотр. Вот, до 2012 года. Страховка есть? Да, конечно, пожалуйста. Пристегнут? Ну да, естественно, вот, да. То есть все в порядке? Ну. Что такое Новый год? Это все наоборот. В доме елка не растет. Да на! Счастливого пути! Все женщины очень ответственно подходят ко всем семейным годовщинам. Итак, представьте, жена ждет мужа, чтобы отметить очередную семейную дату. Тихо, 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 заноси его! Аккуратно голову не ударь! А прямо сейчас представьте, отец впервые рассказал сыну матерный анекдот. О, сына, а будешь себя хорошо вести, я тебе и второй расскажу. Сынок, иди на кухню, я тебе 2 килограмма зефира купила. Ох, Ник! Так, тихо, идем! А все родители очень сильно переживают, когда их дети впервые решают отметить Новый год вне дома. Ну что вы стали, идите. Сынок, может тебе котлеток с собой положить? Мам, там еды целые столы. А девочки там будут? Будут. Там девочек еще больше, чем мальчиков. Может, тебя отец отвезет? Мам, тут иди до соседнего дома. Давай я тебе шампанское со стола дам. Мам, там еда, девочки, шампанское, всего навалом, идите. Пойдем, отец. Возьми меня с собой. Друзья, ну и, конечно же, Новый год — это всегда пора новогодних сюрпризов и новогодних подарков. Каких подарков? Вы чё, это же финал, время удивлять! И сейчас Жигуль на ваших глазах распилит меня на 2 части! Вы чё, с ума сошли?
щекастый, одуплись! Первому каналу нужен экшен! Почему программу «Фазенда» никто не смотрит? Да потому что не умирает там никто в конце! Жигуль! А ну давай, нашинкуй меня! Ага. Оп! Во! Ля! Чё, ля? Ну чё, получилось всё, смотри! И как ощущения? Чувствую себя Киркоровым. Голова с ногами никак не связана. Послушайте, ваш фокус слишком затянулся. И вообще, в прошлом году в финале ваш экшен что-то не принес результатов. Ничего страшного, не получилось с первого раза, получится со второго. Вон, даже самая рейтинговая программа в стране, и та не с первого дубля снимается. Да, внимание на экран. Дорогие россияне, будем переписывать? Это был тяжелый год и легкий эмо. Извините, я эту шутку в КВН не слышал. Давайте еще раз. Маш, эффективность 2F. Да просто на будущее. Так уж повелось в нашей стране, что каждый... Что вы? Здравствуйте. Да, давайте, конечно. Сергей Семенович Собянин. Сергей Семенович. Я хотел бы поздравить вас все. И, безусловно, этот серьезный шаг... Что, мужчина? Нет-нет, это вы рано вышли. Вам сейчас обратно на зеленую ветку. Вы выходите на улицу в направлении поезда, и там ремонт будет, да. И что хотелось бы пожелать вам? Привет. Может, тряхнешь стариной? Ну ладно. С наступающим вас 2000... Это сейчас мой косяк? И пусть год наступающий принесет нашей стране... Ты пошел? Может, все-таки? А? Ну ладно, все, пока. И пусть год наступающий... Да, кстати, а потом можно из невошедших кадров, как у Джеки Чана, фильм какой-то собрать. Прикольно будет, да? Но это потом. Вы знаете, а в конце, после слов президента, ну, как-то особо даже ничего не хочется добавлять. Хочется наливать, накладывать, поздравлять! С Новым годом!